Жизнь как фортепиано. Белые клавиши – это любовь и счастье, черные – грусть и печаль. Чтобы сыграть настоящую музыку жизни, нужно прикоснуться и к тем, и к другим. Я на клавишах белых хотела сыграть всех любимых мелодий мотивы. Клавиш много, но пришлось мне признать, не хватает у белых силы. Я на клавишах белых хотела сыграть, только это затея пустая. Мелодия жизни у каждого человека своя, особенная. Ведь, как говорил Аристотель, человек сам творец своей судьбы. Какие мысли его посещает, в какие краски он сам разукрашивает свою жизнь, в такой реальности он и будет проживать. Мои же сегодняшние героини плывут по океану жизни на одной волне. Обе они профессиональные пианистки, обе до безумия увлечены историей и культурой родной Якутии, обе любимые дочери своих родителей. Кто они, эти женщины? Как, где и в чем происходит их соприкосновение? Давайте пробежимся по их клавишам судьбы и послушаем их мелодию жизни. Знаете, конечно же, музыка – это моя жизнь, да, и я слежу за ее развитием. Меня очень волнует современная музыка. И вот современная музыка и якутская музыка развития меня очень волнует. Пианистка, музыкальный деятель, заслуженная артистка России и Республики Саха, член Союза композиторов России, лауреат премии фонда Ирины Архиповой. Все это внешние проявления наличия одаренности, яркой, нетривиальной личности Аизы Петровны Решетниковой. Как я люблю работать с певцами. Это такой инструмент, на котором ты играешь. Вот они мой рупор, понимаете? Вот это такое ощущение, когда вот вместе с ними добиваешься именно вот так. Я потом уже на равных присутствуешь, значит, дополняешь вот своим комментарием вот эту линию ту. И вот в результате получается, что данное стихотворение вот какого-то поэта лучше всех все-таки читают композиторы. Когда мы поем песни или романсы, арии, у нас не повторяется, никогда не повторяется. Мы сегодня пели, но завтра у нас вот Аиза Петровна мне скажет какие-то вот замечания. Вот придется вот работать, еще работать. Поэтому не повторяется. Сегодня мы исполнили так романс, да, а завтра на следующий день опять мы открываем новые оттенки. Ну когда? Композитор читает, он каждую интонацию под увеличительным стеклом доводит вот до такой вершины, а рядом еще аккомпанемент, этот вот комментатор всего происходящего. Это вообще... Вот так из маленькой, озорной, артистичной, но смышленой и задумчивой девчушки выросла женщина-легенда, ставшая впоследствии якутским просветителем и классической музыки, и традиционной культуры. Между тем, на этой музыке, подхватив просветительский дух Аизы Петровны, выросло новое поколение музыкантов, не менее талантливых и одаренных. Ольга Подлужная тому прямое подтверждение. По идее, я пианистка, я профессиональный музыкант. Но так сложилось, что хобби переросло в мою профессию, и я теперь ни дня не представляю без хамуса, без поездок, без поиска, без песни. В этом, значит, моя миссия. Ольга Подлужная – известная якутская хамусистка, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, автор и виртуозный исполнитель шедевров в жанре живой этнической музыки. Так случилось, что, получив образование пианистки, Ольга сменила музыкальный образ жизни, отдав предпочтение народному варганному инструменту хамусу. Сегодня он является для исполнительницы главным жизненным ключом, открывающим все двери и, в первую очередь, двери души. Это ключ. Он даже по форме, да, похож на ключ. Это ключ, наверное, от всех ворот. Это ключ от души, в принципе, каждого человека, наверное. Это слишком древнее. И почему он так трогает людей? Потому что он, опять-таки, я считаю, вот этим своим ключом
открывает какой-то генный код. Не только классическая музыка, но и традиционная музыка, и все эти подтексты, музыкальные коды культуры. Это что-то невероятное, такие глубины я сама открываю. И думаем, что мы по-своему способствуем сохранению традиций. Тхамос, он открывает тебя, прям вот выворачивает тебя вот наизнанку прям. И все, кто захочет, может зайти в твою душу. Я играю на хамусе, я несу культуру народа. Это не моя личная самодеятельность. Я не имею права там делать какие-то неприемлемые вещи, и я должна соответствовать своему образу человека, несущего древнюю, архаичную и в каких-то моментах очень сакральную, в чем-то мистическую культуру. Традиционная культура вся основана на традиционном мировоззрении. А что у нас было? Язычество, шаманизм. И об этом замалчивалось, об этом ни одной конференции в жизни не было в Советском Союзе. Это была полузапрещенная тематика. Это все великие верования, которые действительно одухотворяли нашу жизнь. Все это было очень даже воспитующее значение имело. Все верили, в понятие грех было. И вообще все вели, старались вести праведную жизнь. Так что все это было предвосхищение всех этих письменных религий, понимаете, то, что было зафиксировано позже. В этом лежат основы всех последующих религий. Это очень важно. Поэтому вот я и организовала музей музыки и фольклора. Потому что это и фольклор, и вся культура в целом, и ее базис верования, воззрение так традиционно. У каждой из героинь своя жизненная дорога, своя миссия. Но обеих объединяет одно – музыкальное видение происходящего. Ну, моя, наверное, миссия, как бы это громко ни прозвучало, но все-таки, наверное, пропаганда и сохранение вот нашей культуры. Потому что это неспроста, то, что я занялась именно этим. Это такой случай, когда не я выбирала занятие, а занятие выбрало меня. Развивать культуру, сохранять культуру, потому что все-таки нас мало, мы не такой уж прям многочисленный народ, но культура у нас настолько богата и прекрасна, что нельзя позволить ей как-то забыться, исчезнуть. И нужно обязательно ее адаптировать, развивать. Прямо в уставе написано, миссия музея нашего необычного – это пропаганда накопленных наукой знаний о фольклоре и традиционной культуре в целом от наших коренных народов Якутии. Занимаясь делом высшей субстанции, творчеством, которое развивают, внедряют и пропагандируют мои героини, они не только несут вечное в массы, но и преподносят искусство в легкой и доступной форме, пытаясь вовлечь людей в мир прекрасного, ненавязчивого и даже игриво. Для этого им пришлось потрудиться. Ведь, как говорил древнегреческий философ Демокрит, ни мудрость, ни искусство не могут быть достигнуты, если им этому не учиться. И, конечно же, мы, выросшие в интернатах, а интернат – это такое интересное сообщество, причем не абы каких детей, да? Вот моя школа называлась «Школа особо одаренных детей». Каждый хвалился тем, сколько он сегодня занимался до школы. Там рядом ходил Вова Спиваков, Олег Каган, значит, и все будущие знаменитости, которые сейчас по всему миру. Тогда маленькая была, я вообще не слышала о школе ничего. Мама услышала по радио и пришла ко мне. Говорит, Оля, будешь музыкантом? Я вообще даже фортепиано в жизни не видела. Талантливых детей приглашают всех на прослушивание в музыкальное училище. А я такая боевая была, везде первая шла, ничего не боялась. И меня спрашивают, что ты умеешь делать? И первое, что я сказала, частушки, знаю. Полюбила я его, черненького кажется, а он рыжая собака, гуталином мажется. Ух, не помню вот эти
притопывала, прихлопывала. Ну, очень эмоциональный ребенок. Все, комиссия выпала, то, что рыжая собака. Музыка – поистине общечеловеческий, универсальный язык. И действительно, слушая красивую, трогающую душу мелодию, можно понять абсолютно все. Тем не менее, ежедневно находясь в замкнутом пространстве, где кругом говорят на другом языке, имеются свои трудности. Правда, благодаря мелодике языка с ними справиться достаточно легко. Дело в том, что вот, например, приезжают дети из улусов и ни слова не знают по-русски, и русские дети, которые ни слова не знают по-якутски. Общаться-то хочется. Само все шло само, и сейчас, в принципе, я уже достигла того уровня, когда я совершенно свободно говорю и думаю даже. Иногда я ловлю себя на мысли, что я думаю на якутском. Когда я куда-то выезжаю, и мысли вслух там бывают, я начинаю на якутском говорить. Наверное, это такой защитный, что ли, чтобы меня никто не понял, что я думаю и что я говорю. Вообще, как сказал великий Гёте, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Поэтому никто никогда не препятствовал в изучении якутского, никакой ревности не было, ничего. Наоборот, хорошо. Уникальная мелодика якутского языка помогла Ольге не только выучить его, но и полюбить якутскую культуру в целом. В этом, наверное, и состоит тайна музыки, чтобы находить неиссякаемый источник выражения. Иногда это происходит и там, где человеческая речь вовсе умолкает, и появляются звуки природы. Наверное, любимый звук – это звук журавля, каталык. Это птица счастья, ведь мы знаем, что на нашей земле, в нашей традиции, один раз в жизни увидев танец белого стерха и услышав его пение, ты будешь счастлив на всю жизнь. Дело спела Ольга Подлужная. То есть вот я сама не знаю, как это происходит, но я чувствую, что-то шевелится в горле. Такой является мелодия жизни Ольги Подлужной. А какая она у Аизы Решетниковой? Классическая музыка или якутский мотив? Джаз, блюз или все-таки фольклор? Сама героиня говорит, что она проживает как бы две жизни. Первая – судьба профессиональной пианистки, а вторая – музейщика и ученого. И какую бы сторону мы ни обсуждали, главная музыка в судьбе Аизы Петровны одна – это мелодия любви к жизни, к работе, к творчеству, к детям, внукам и, конечно, родителям. Мама – это недосягаемый идеал, это ангел терпения, ангел, человек, который умел все. Мало того, что была красавицей, она была потрясающей актрисой, она была в прошлом балериной, представляете, как она двигалась, да, все умела гримироваться. И к тому же она была очень известной балериной. Она бы выжила в любой обстановке, она была чрезвычайно работоспособным вот в быту человеком. И она стала такой не сразу, ее этому научила жизнь. Светлый человек, который столько претерпел в жизни. И к тому же еще была депутатом Верховного Совета Якутской АССР. Тогда это было очень, да еще членом президиума. Ее из-за развода с отцом, ну, все недруги сняли и почетные звания из партии коммунистической, выгнали. И, в общем, они с моим отчимом, Романом Семеновичем Никифоровым, они уехали на берег Ледовитого океана, около Тихси есть маленький поселок Булун, и вот там она была не удел оба. Они, значит, жили совершенно жизнью простых людей. Но позже кто-то в Министерстве культуры вспомнил о том, что есть такая вот пара специалистов. И когда началось движение народных театров, то они их призвали начать этот вот эксперимент социально-культурный, создать народный театр в их родном улусе, в Таттинском районе.
они создали этот вот первый народный театр в Якутии. И вот мама довезла его, победив на всех этапах различных конкурсов, довезла этот народный театр сразу до Кремлевского театра. Тогда не было еще Дворца съездов, до Кремлевского театра. И вот так началось ее возрождение. Она снова вернулась, как феникс из пепла. Вот ее сожгли, растоптали. И вот такая железная пружина была в этом слабом цветке Нюргугун. Да, вот все-таки Нюргугун-то это тоже такой цветок непростой. Совершенно. И вот она приехала готовая к жизни. И действительно, любую мать можно сравнить с этим весенним цветком, подснежником. Сколько в нем силы и тяги к жизни, сколько стремления тянуться к солнцу. Несмотря на препятствия и жизненные перипетии, маму Аизы Петровны можно сравнить и с гордым ирисом в синем строгом платье. А еще она могла быть пурпурной розой с колючими шипами, а иногда и лилией с длинными тычинками-ресничками. Папа, конечно, это эталон. Любила всегда и люблю просто до безумия отца. И в детстве меня спрашивали, кого любишь больше, папу или маму? Я не задумываясь, папу. Конечно, потом со временем я понимала, что я люблю родителей абсолютно одинаково. Нельзя, невозможно выбрать, как там. Но вот папа это, конечно, папа. Я папина дочка, избалованная, изнеженная его вниманием, заботой. У них с мамой разные отношения ко мне. Мама, она немножко меня к себе. А папа, наоборот, он все время лети вперед, давай, развивайся, езжай куда-то, делай что-то, не сиди на месте. Роль папы в жизни любой девочки имеет невероятно важное значение. Отцы наших сегодняшних героинь повлияли на своих дочерей особенно. Одной он внушил миссию просветителя, другой – распространителя. У обеих пути идут через музыку. Папа очень просто мечтал о том, чтобы я стала именно пианисткой, потому что он боготворил Полину Константиновну Розинскую. И он знал, что профессия актера, она очень зависимая. Вот увидит тебя этот режиссер в роли или не увидит он тебя в роли. Это очень шаткое какое-то всегда положение. А папе казалось, что Полина Константиновна очень прочно стоит на ногах. Он всегда говорил мне: «Ты и в старости нужна будешь». Полина Константиновна Розинская сыграла в жизни Аизы Петровны большую роль. Будучи человеком Ренессанса и сподвижницей якутского композитора Марка Жиркова, Полина Константиновна работала во всех пианистических ипостасях. В опере разучивала партии с певцами и хором, играла на репетициях и спевках, в оркестре заменяла арфу и даже подыгрывала за остальные недостающие инструменты. На радио готовила солистов к концертам в прямом эфире. Сочиняла аккомпанементы к якутским песням. Вот это да. Нет, это не ладно. Этот удивительный деятель музыкальной культуры республики для нашей героини с самого ее рождения была настоящей феей, ангелом-хранителем. И вот к 90-летию нашего матриарха, говорят патриарха, а у нас она матриарх, якутской фортепианной школы Полины Константиновны Розинской, народной артистки и России, и, значит, нашей Якутии, я сочинила следующую песню. Даже не песню, а целый марш якутских пианистов. На мотив очень популярной красноармейской песни «Полюшка, поле» Книппера. Полюшка, поле, к нам приехала на север, после консерватории в Москве. Эх, красавица ты наша, поле. С Марком Жирковым у истоков ты стояла, оперного искусства и балета всех учила в театре студии. Аиза Петровна – весьма артистичная натура. И неспроста, ведь в происхождении самого имени Аиза присутствует врожденное творческое начало, породившее музыкальные и актерские таланты. Thank you.
следует первое выступление Аизы Решетниковой, уже привлекшей внимание слушателей. Мастерство и искусство – это дарование, помноженное на огромный труд. Будучи дочерью артистов Якутского драматического театра Петра Решетникова и Ирины Максимовой, ей ничего не оставалось, как проникнуться духом творческой атмосферы. Нас окружает, людей искусства, вот восторг, вот тут восторгаемся, на конкурсы идем, восторгаемся, а я-то продолжаю, и поэтому это такая база мое детство. Не было детских садов, и я, конечно, выросла в коридорах и вот гримерных Сахатеатра. А творческий псевдоним, он у меня есть, и сейчас я его вывожу в свет, как говорится, выгуливаю. Для всех, конечно, я осталась Ольга Подлужная с детства, конечно. Но псевдоним у меня есть Утай, он называется, и мой альбом хамусной музыки так называется тоже Утай. И да, я ощущаю себя Утай, наверное, вот именно вот этот корень слова «у», «вода». Вот это текучее мое состояние, я пытаюсь все время в нем находиться, потому что вода, она же... Все обойдет, все препятствия, и даже камень она проточит, промоет, как бы, да? И вода – это вообще такая интересная стихия, что она может сотворять, но она может и уничтожать. Мы это знаем по реке, по нашей Лене. Это сильная стихия, но я свою воду держу в таком русле гармонии, и больше, конечно, это направлено на созидание. Вдоль берегов великой Лены дали цветут, и сквозь века и перемены народы разные живут. Мы вместе смело идем вперед, традиции предков храня. Мы вместе сильный и дружный народ, Якутия, мы любим тебя. Клавиши рояля нам ручей покажут, о любви цветка к ручью музыкой расскажут. Разве можно чувства эти не понять, когда этой музыкой хочешь мир объять? Ну, это признание вот в том, что могут и в лоб поцеловать, и руку поцеловать, значит, но это такое признание мне дороже всяких государственных наград, которых у меня, кстати, не так и много. Ну и ради Бога, мне вот важно вот это, да. Наши сегодняшние героини – представительницы разных возрастов и взглядов. Они по-разному размышляют, и у каждой из них свой путь. Однако то, что их объединяет, возвело музыкантов на одну, наивысшую ступень – это музыка. В этом их уникальность и особенность. Главное, что они несут – это гармония, определяющая положительные вибрации. Мы другие люди. Куда бы мы ни поехали, все люди, пообщавшись с нами, говорят, что мы дети природы, что ли. И говорят, что мы очень сильные люди. Прямо от нас вот волнами идет вибрация. Музыка – это часть нашей жизни, часть каждого человека. Музыка может нас, обывателей, развеселить, а иногда и наоборот погрузить в раздумья и познать свой внутренний мир. Но для тех, кто причастен к музыке, процесс познания гораздо глубже, ведь они ею дышат и живут.